С виду этот прелестный щенок лабрадора женского пола по кличке Тинг выглядел совершенно обычным и вел себя точно так же, как все здоровые щенки. Когда семья Салливан принесла Тинг к себе домой, у нее обнаружились некоторые проблемы, связанные с пищеварением. Сначала все думали, что это временно и связано со стрессом на новом месте, но вскоре встревоженным людям пришлось нести щенка к ветеринару. Щенка постоянно рвало. После многочисленных анализов и обследований выяснилось, что у Тинг врожденная аномалия пищевода. Он был расширенным. Данное заболевание наблюдается у животных крайне редко и встречается чаще у лошадей. При такой аномалии проглоченная пища скапливается в расширенном участке и почти не проходит в желудок, а после спазмов животное тошнит и непереваренная пища выходит наружу. Возможно, что кто-то другой предпочел бы усыпить собаку с такой сложной патологией, но Салливаны не хотели сдаваться. Для того, чтобы помочь бедняжке Тинг, для нее был куплен специальный стульчик для кормления животных, так называемый стул Бейли. Когда Тинг обедает, сидя в этом стульчике, пище куда проще достигнуть желудка и не застрять в пищеводе. По словам Тома Салливана, им даже приятно ухаживать за собакой, которая уже стала для них всех членом семьи. Сейчас Тинг уже не щенок, а взрослая собака, и за ней легко может ухаживать даже совсем маленький ребенок. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.